как я хожу по своим владениям. Так, ребята, чё, как дела? Все сыты, у всех все нормально, все пучком. Ну, огонь тогда. Я пойду, это, в Тетрис погамаю. Приветики, это Анцестер. И мы продолжаем наши обезьяньи дела. На планете, которая отличается от нынешней на 9 миллионов лет с чем-то. Что мы будем с тобой сегодня... О, что это здесь за колонна улиток? Ты посмотри, сколько их здесь, 3 штуки. Давай подберем, я ранее улиток вообще не замечал. Надо глянуть. Какая здоровая. Какая раковина у нее мощная. Новая еда. Так мы французы, получается. Раз мы улиток хавать будем. Давай сожрем. Фу, блин, слизистую вот эту штуку. Она такая слизкая. Не очень люблю улиток. Универсальный метаболизм. Вы усвоили питательные вещества из моллюсков. Отлично. Новый нейрон сформировался. Теперь я могу жрать. О, так это, короче, улитки помогает нейтрализовать укусы и яды змей. Шикарно, будем знать с тобой. Ползем, значит, куда? Не знаю куда, мы же в джунглях. Ползем, куда глаза видят. Братья мои, вы идете со мной, потому что одному мне очково. Новое место, новые джунгли. Так, ну и вообще мы стайные животные. Я слышу странный звук наверху, надо бы туда подняться. Чё-то прям вот-вот-вот-вот тут вот. Надо еще чуть-чуть повыше подняться, да? Так, что-то я обезьянин подмышку посмотрел. Где-то здесь, где-то вот слышу прям. Зовет меня и манит. Ты слышишь эти звуки? Какие-то голоса. Вот-вот-вот-вот-тут. О! Это же алмаз! Здрасте, батюшки. Спустя 41 год мы снова с тобой встретились. Друзья мои приматы, кто будет ответственным за алмаз? По-моему, вот ты старенькая, да? Сколько тебе лет? Старшая особь. Имя Ют. Нет, с таким именем я тебе не доверю, алмаз. Старшая особь Нуц. Самка. Нуц. Переводится с английского как орех. Ладно. Я доверяю тебе, алмаз. Будешь нашим крепким орешком. Хранителем драгоценных камней. А мы, господа приматы, с вами спускаемся с этой горы. Нам бы еще бы палочку сделать. Отлично, веточки. А то мы все без палок ходим. Надо вооружиться. Так, ну вот, сделал 4 палочки. Твою ж налево, не успел палку заточить. А ну иди сюда, я тебя сейчас заткну. Так, чуваки, быстро орнем на него. Как вот так, как это, как орнуть-то на него? Господи, он не дает мне орнуть. Черт подери, ладно, на дерево залезем, сейчас. Стая, стая, нас же много. Давайте шуганем его. Орите. Наконец-то мы его спугнули. Целой стаи. Так, где мой хранитель камня? Ты где? Ты камень, надеюсь, не потерял? По-моему, это ты, да? Да, верни мне камушек, пожалуйста, он мне сейчас пригодится. Мне нужно заточить палки, потому что мы уже столкнулись с опасностью. 54 палки заточу, и будет все кошерно. Ну все, банда готова. У всех есть заостренные палки. Ну, по крайней мере, у тех, кто не несет детенышей. Поэтому мы вооружены. Слышу кабана. Он где-то здесь. Вон он, я его вижу. Ребята, кажется, у нас сегодня на обед будет кабанятина. Кабанчик. Попробуем сейчас его атаковать. Только сперва нужно камушек отдать кому-нибудь. Камушек, кому бы доверить. Давай тебе. Не-не-не, подожди, верни палку обратно. Кабанчик. Сейчас мы проверим, смогу ли я его одолеть или нет. Иди сюда, попсик. Давай, давай, давай. Не, нифига. Так просто не получится. Где кабан? Он что, убежал, что ли? Струсил. Сыкуха. Небольшой переломчик мне сделал и сбежал. Ну вот. Ладно, пошли, ребят. Опачки. Захоронение. По-моему, там грибочки должны быть, да? Сейчас попробуем. Опа! А, не, нифига, это не грибы. Какие-то камни. Оу, тигр! А у меня есть палка. Сейчас мы тебя попробуем шагануть. Вот так вот, нафиг, а ну вали! Все, напугали мы кисулю. Сейчас я палку подберу, где моя палка? О, ребят, смотри, смотрите, это пума. Давайте ее тоже шуганем. На раз, два, три. Раз, два! Красавчики!
Так, ребята, уже вечером мы так и не хавали. Смотри тут. Будьте аккуратнее. Он крокодайл. Не понял? Где-то свин. Шуганите его! Ой, хотел свина шугануть, а шуганул крокодила. Нифига себе мощный. Ребята, все, ужинаем. Ужинаем рядом с крокодилами и кабанами. На сегодня опасный ужин. О, змейка здорова, а ну иди сюда. Да пошла вон. Вали отсюда нафиг. Ну что, братва, выспались? Пойдем. На двух ногах пойдем. Пойдем, пойдем за мной. За кусты. Блин, на двух ногах я еще долго не умею ходить. О, смотри, огроменная пещера. Как раз, кстати, холод наступил. Мне кажется, нам здесь будет тепленько. Дождик здесь не идет. Ребятки, все сюда. Давай-ка откроем это место. Джунгли. Укрытие под скалой. Блин, вообще шикарнейшее место. Такой каменный навес, защита от дождя. Если бы я еще костер мог разжигать, это было бы вообще бомба. Ребята, у нас новое поселение. И оно теперь здесь. Давай сейчас быстренько лежанки тут намутим. Из вот этих вот лопухов. Царская лежанка будет... О, паутина какая, смотри, здоровая. Капец. Ужас какой. Ладно, я слышу рык. Я слышу рык. Ребята, пугайте. Пугайте нафиг. Ах ты, скотобаза пушистая. Я тебя сейчас напугаю. А-а-а, куснули. Куснули. Ребята, вручайте, шугайте ее. Да блин. Жеванный ее мех, чтоб она лизаться больше не смогла. Наконец-то. Наконец-то мы ее спугнули. Эту тигрицу. Значит, ладно, возвращаемся к строительству. Значит, берем лопухи и ищем царское место. Где у нас тут будет царевна-то жить? Наверное, в паутине, прям вот тут похоже на трон, да? Значит, кидаем все здесь. Братва, у нас здесь деликатес. Смотри, сколько улиток. Боже мой. Лежанка и сразу кухня. Обалдеть, от такого расклада можно. Все, короче, лежанку мы почти сделали. Осталось ее только построить быстреньким образом. Вот так. И говорим, что мы обоснуемся здесь. Ребята, нафиг, это наше место. И мы его каменим и доим. Все, все разбежались по углам своим. Здесь улиточка была. Французский деликатес. Сейчас хаваем. Да, поужинать надо. Поужинаем сейчас с тобой, уже 8 вечера. Мелкий, тебе нельзя такое. Не тяни руки. О, да. Профилактическое средство. Давайте, давайте, хомячьте. Хомячьте тоже улиток. Это профилактика. Чтоб дрищ больше не нападал. И от ядов. Ядов. Как я хожу по своим владениям? Так, ребята, чё, как дела? Все сыты, у всех все нормально, все пучком. Ну, огонь тогда. Я пойду это, в Тетрис погамаю. Надо соорудить защитное сооружение. Берем веточки. Одно будет, наверное, где-нибудь вот здесь. Блин, что-то оно как-то не так построилось. Я не так хотел. Ну ладно, как есть, так есть. О, получилось. Получилось как надо. Теперь я въехал, как это делается. Оказывается, не мартышка была виновата, а я, рукожопный пацан. Камушек валяется у нас тут. Надо бы его двинуть. Сейчас толканем камушек. Так вот, грибочечки. Ребят, здесь грибы есть. Надо кому грибы? Ну, раз никто не хочет, я тогда поем. О, да. Ой, ништяк. Ой, замечательно. Еще и траванулся. Сейчас дресня нападет. Короче, я пошел водичку попью и спать, ребят. Лучше всего от отравлений спасает водица. Отравление прошло, можно пойти еще грибочек пожрать. Так, я не понял. А где грибы-то? Вы же не хотели никто грибы. Сожрали все, пока я водицу пил. Ох уж эти макаки. Умом их не понять. Смотри, какая огромная дырка. Тут написано, что это отверстие под палку.
Вообще не вопрос. Значит, палочку я раздобыл, палочку-ковырялочку. Сейчас попробуем всковырнуть. Что там мы найдем интересного такого? Ткнуть! Тыкаем. Я освоил навык тыканья! И походу я достал какую-то ящерицу или что это? Подожди, давай посмотрим, что это такое. Понюхай. Понюхай, что-то достал там. Найдено новое... Это скорпион! Я скорпиона нашел! Я что, реально скорпионов могу хавать? Ну-ка, сними-ка его. И схавай. Ой, батюшки, скорпионов грызу. Наверное, это деликатес. А, нет, траванулся. Срочно воды! Ой, слава богу. Братва, все. Сон час. Уже 2 часа ночи. Завтра не встанем. Посмотрим, что мне будет сниться. Какие-нибудь красочные, красивые сны. Бегемотики снятся. Кстати, я так бегемотиков не исследовал еще. Камни таскаю. Зачем я камни таскаю? Палку точу. Ну все, ладно, пора проспаться. Ой, хорошечно. О, еще камни есть. Ребят, подождите. Надо сковырнуть обязательно. Как-то так мы отсюда с поляны уйдем, не всковырнем камушки. Подтянуть. Камни. Тьфу ты. Я уж думал, грибы. А тут чего? Грибы! Нашел, ребята! Сейчас мы с вами позавтракаем отменными грибочками. Ништяк, грибочечки. Налетай, братва! Все, грибов больше нет. Кто успел, как говорится. Кстати, насчет паутины. Я же хотел коконы попробовать собрать. Схватить. Я надеюсь, здесь огромный тарантул не прибежит и не замотает меня в кокон за это дело. Найдена новая еда. Да ладно, я это есть могу. Беспомощные насекомые. Ну-ка, давай схомячим. Интересно, я траванусь от этого или нет? Вы усвоили питательные вещества из насекомых. О, и братва подтянул, смотри. Все начали хавать. И там еще пещера огроменная, смотри. Грибочки какие-то. Еще грибы нашел, братва! Надо посмотреть, по-моему, это поганки, это нельзя хавать. Ну-ка. А не, хавается. Панеуэл из Канмчаты. Что? Кто название придумал? Парни! Тут сыроежки есть, хавайте их! Налетайте! О, стая побежал. О, все, у меня жестко. Сейчас пропрет. Клапан прижал. Ребят, я пошел. Я пошел, мне в туалет. Меня аж мутит все зеленым цветом. Значит, идем снова в пещеру эту на разведку. Мне дико интересно, что тут. А, ну это проходная пещера. Тут ничего такого интересного. Еды здесь, конечно, до отвалу. Так, братва, чё, все пузо набили? Слушаем мы команду. Сейчас мы выдвигаемся и чешем в неизведанное место. Так, подожди, я сейчас стану типа как босс. И исследуем его, понятно? Нам нужно срочно эволюционировать. Все. Я хватаю палку. И дико созываю всех. Ой, ой, ой-ой-ой. Куда это я забрел? А ну пошло вон, твоя территория. Смотри, я пугаю змею. Яйца. Яйца, ёкарный бабай. Ребята, яйца нашли. Омлетик сейчас намутим. Сейчас мы... А, она яйца защищает. Шугай, шугай ее. Офигеть, она просто мимо проползла. О, ты офигел, да? Еще раз сейчас... Она мне шугануть... Палку выронил. Братва, шугай ее, шугай. Она яйца охраняет. Вот так вот, все, поползла. Быстренько, быстренько, надо яйки отсюда свистнуть. Парни, на яйцо. Я еще одно сейчас возьму. Ой, да там несколько. Так, тебе вот яйцо. Тебе яйцо. И мне яйцо. Сейчас мы посмотрим, это правда, это съедобно или нет. Какие длинные яйца. Да, съедобно. Змеиное яйцо. Все, ребят, и вот так вот хаваем. О, смотри, какой желток там. Отменно. Ой, 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 ой. Пугай его нафиг. Не дал мне яйцо доесть, а. Что за звери пошли. Так, где там яйца-то недоеденное?
Ребят, вы чё яйца не едите, а? Ладно, не хотите, я сам всё съем. Мне больше достанется. О, нифига себе! Ты посмотри, куда мы дошли. Помнишь это место? Мы там метеорит добывали. Но только пару лет тому назад. Другим поколением, старшим. Значит, где-то здесь должен быть вход в пещеру. Похоже, что он вон там. Бегемотики! Блинский! Но они, походу, это, враждебный. Они меня могут лягнуть. Ладненько, пойдем спустимся все равно к ним. Проведем разведку. Но по идее, они же должны быть безобидненькие. Ребята... Ага, безобидненькие. А ну пошел вон! Уже хотел меня схавать. Наглец. А вот она, собственно, пещера. Походу, там плыть как-то надо, да, туда внутрь? Ну, пойдем попробуем. Может, получится. Ого! Нифига себе, какая пещера прикольная. Офигеть. Какой-то цветочек он еще есть забавный. Врубаем интеллект. Вон, вон там камень. И что это за камень такой интересный? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка осмотрим. Он прям светится. Найден новый инструмент. Драгоценный камень, голубой агат. Ого. Так, кому я там давал изумруд? У кого изумруд, ребят? Отдайте мне изумруд, пожалуйста. А, во, у тебя, да? Отдай обратно. Спасибо. Сейчас попробуем подолбить эти камни друг об друга. Посмотрим, что будет. Так не фурычит. Так тоже не фурычит. Короче, постучал я разными камнями, толку это не дало. Драгоценные камни точно долбить друг об друга не надо. Значит так, стая. Давайте в воду все быстро. Сейчас будем перебираться на тот остров. По бегемотам. Если они, конечно, нам разрешат это сделать. Это озеро под защитой бегемотов. Надо с ними разрулить всю эту тему. Ну, как-нибудь доболтаться. Может, им драгоценности подогнать, как думаете? Ага, так они мне и сказали. Устал плыть. Господи, это так выматывает. Я полежу. Смотри, как бегемот палит. Думает, чертова обезьяна, как они достали. А это что у нас здесь? Ух ты! Это же чьи-то яйца. Ну, у бегемотов вроде нет яиц, они так рожают. Ребята, а чё я один? А где все? Не... А, воу, вот один. Чё это за яйца-то в итоге? А, сородичи не дали посмотреть, чё это за яйца. Уже их хомячат. Оу! А я всего лишь просто гулял. А тут у нас трапеза наступила. Ой, батюшки, ты посмотри, крокодил. Вон она, жертва-то. Крокодил здесь. Надо шугануть их всех нафиг. Ну, пошли вон. Кабан пьет водичку. Не палится. Ну, ладно, пей. Ты, видимо, безобидный. Но мы тебе все равно попробуем. Ему пофиг, слушай, вообще. Растопырил свои топырки и пьет. Эй! А нифига себе наглый какой, а! Пугайте его! Все, свалил. Да, жестоко, конечно, аллигатор растерзал эту тушку. Давай смотрим. Ну что ты нюхаешь? Мясо, мясо, там походу тигр еще. Опс. Опс, опс, опс. Тигр, по-моему, напал. Ну да, действительно. Твою ж налево. Капец, капецкий. Пугайте его! Короче, коллапс. Произошел конкретный коллапс. На меня напал тигр, бегемоты и кабаны. Одновременно, блин. Чтоб их. И вырезали меня полностью, ты прикинь, я остался один взрослый. Надо срочно эволюционировать. Иначе я профукаю свой рот. Ну, в смысле не свой рот, а в смысле обезьяний рот. Блин, тигр, чтоб тебе. Давай запрыгивай. Ползем, 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 ползем. Фух, успели. А как-то ты так из скалы на меня смотришь, а? Гаденыш. Быстренько калашмарим себе, как это называется-то? Лежанку.
ложимся и эволюционируем.